Привет Вашингтону из Киева! На протяжении двух последних дней состоялась встреча активистов из числа потребителей наркотиков и людей, находящихся в программе заместительной терапии, из региона Восточной Европы и Центральной Азии. Целью встречи были определение приоритетов сообщества потребителей инъекционных наркотиков и клиентов программ заместительной терапии, а также вопросы самоидентификации, с которыми сталкиваются представители данного сообщества, в особенности ВИЧ-позитивные люди. Мы знаем и понимаем, что основными темами конференции Living 2012 является в том числе доступ к лечению и поддержке. Поэтому мы просим вас на протяжении глобального плана по адвокации помнить о том, что потребители инъекционных наркотиков и клиенты ЗТ постоянно сталкиваются с отказом в поддержке и лечении или вовсе не имеют доступа к ним. Поскольку на конференции будут обсуждаться права человека, мы просим вас помнить также о том, что мы сталкиваемся с систематическими, повсеместными нарушениями таких фундаментальных прав. Насилие и отказы являются следствием текущего законодательства, регулирующих документов и работы правоохранительных структур. С этими проблемами мы сталкиваемся во множестве стран нашего региона, включая в частности Российскую Федерацию, где нет программ заместительной терапии, они запрещены законом. Мы просим обратить ваше внимание на проблемы с программой по обмену иголошприцев. Они пришли в нашу страну слишком поздно и в слишком маленьком охвате. В некоторых областях, таких в нашем регионе, распространение ВИЧ-инфекции среди клиентов, среди ВИЧ-инфицированных, потребителей наркотиков более 85%. Масштаб эпидемии ВИЧ в сообществе потребителей наркотиков настолько велик, что ответственность за него носит криминальный характер. В значительной степени в развитии эпидемии виновато правительство наших стран, которые способствовали разгоранию эпидемии в сообществе путем репрессий представителей сообщества и создания барьеров, не дающих профилактических программ для предоставления услуг потребителям наркотиков. Поскольку на конференции также будет обсуждаться вопрос о мобилизации сообществ, мы хотим донести до вас, что наша возможность нести ответственность за проблему обуславливается следующими проблемами. Первое – декриминализация и повсеместная криминализация потребителей наркотиков. Второе – специфическое законодательство, которое служит не во благо сообщества и обществу, а обогащению отдельных структур власти и людей. Поэтому мы обращаемся к вам с просьбой. Во время последующих дней вашей совместной работы мы просим обратить внимание на наши нужды и на нужды наших братьев и сестер, ВИЧ-позитивных представителей сообществ потребителей наркотики и других, а также людей, имеющих опыт употребления наркотиков.